сегодня мельком обозначено на этом большом собрании профессионалов, это взаимоотношения Совгубпочта, которая необоснованно завышает тарифы на свои услуги. Она повышает каждый год и ссылается на то, что она получает дотацию от государства огромную. Но никто не знает, как это расходуется, эта дотация, куда она идет. Это огромное предприятие, в котором нет порядка. Я вам вот два слова конкретика. Например, с типографией мы привозим пачки сортировочные, уже отсортированные. А с нас берут еще за то, что мы привезли типографию, пачку в 200 экземпляров. С нас почта еще берет за экспедирование, когда там 200 экземпляров заложены, они еще за 200 экземпляров берут, якобы они их пересчитали, они их не считают. Наш водитель, мы оплачиваем типографию, он бросает эти пачки на транспортер, они только ловят. Я там была на этом цехе, в цехе экспедирования. Они их просто складывают по направлениям. Они берут за то, что это вес. Они берут за то, что с этого узла, с центрального, довозят до внутриобластные маршруты. Они, если кто-нибудь бы посчитал, что килограмм газеты стоит так, как везти ее на такси. Вот этой калькуляции сегодня никто не вникает и пробиться, привлечь вот к этому внимание. Ну посчитайте, это нереальные деньги они с нас берут. И поэтому, конечно, они берут очень винную 50-60% денег от подписки. И только 40% остается редакция. Значит, как мы должны зарабатывать? Рекламой и контрактами. Вот, пожалуйста, эта экономическая ситуация, которая требует немедленного решения.